Станице Новодмитриевской планируется к реализации два новых инвестиционных проекта. Глава Северского района Андрей Дорошевский подписал соглашение об инвестиционном сотрудничестве, согласно которому в поселении построят завод строительных металлических конструкций, их частей и изделий. Это 49 новых рабочих мест. Еще одно соглашение подписано с директором открытого акционерного общества «Азур», которое собирается возвести три хранилища для складирования и хранения сельскохозяйственной продукции на территории Новодмитриевского сельского поселения. Поздравляю вас с началом нашей общей деятельности. Желаю вам успехов у нас, реализации ваших задуманных проектов, ну и роста вам, финансового благополучия.